В средней школе номер 2 стихи народной поэтессы Дагестана Фазу Гамзатовны Алиевой любят и педагоги, и учащиеся. В литературной гостиной в выступлениях участников было рассказано о жизни и творчестве народной поэтессы, о ее бесконечной любви и преданности своей родине. Чуть слышное слово, а в нем столько добра и тепла. Тысячи ущелий в сердце моем заполнены до полна. Небо вдруг стало близким таким, на расстояние руки. Реки, моря, океаны под ним, как ручейки. Будто на все обрела в этот час я беспредельную власть. Ребята из разных классов читали произведения выдающейся землячки. Юношам и девушкам, а также педагогам удалось передать эмоциональность Фазу дочери, страстно воспевающей земной подвиг горянок, добрых хранительниц семейного очага и Фазу матери, во всю мощь голоса призывающей своих сыновей быть беззаветно преданными, скормившим их женщинам и родному отечеству. Не торопись, задумайся, о чем слова, о чем о радости она и от печали. Запомни, сын мой, жизнь она сложна. Знай, очень много способов есть разных очиститься от грязного пятна. Любой из этих способов возьми, но никогда и ни за что запомни. Не очищайся от своих знакомых и не причастны грязи, не грязи. Как отметили организаторы, творчество народной поэтессы многогранно и уникально. Путем проведения литературных вечеров подрастающее поколение знакомится с родной культурой, что является неотъемлемой частью жизни любого человека. Бика Сулейманова, Тагиб Магомеднабиев, информационная программа «Пульс».